tema se lo quiero dedicar a mi buen amigo. Привет! Внимание, вас снимает очень скрытая камера. Так, брюнетка в черном исчезает из кадра, но я ее догоню. Привет, девчонки! Вас все время снимала очень скрытая камера. Вы постоянно Привет. Выпадали из кадра, но я вас все-таки догнал. Я Антон, как вас зовут? Я Ира, это Нинка. Она не всегда такая буква. Всегда. А я местный. Вот вся здесь Сочи, своя сеть отелей. Нинк, слыхала? У нас тут наследный принц. О, как раз папа. Девочки, минуточку. Да, я слушаю. Нин, ну чего ты выделываешься? Нормальный парень. Вон как смотрит на тебя. Ир, ну себе забирай, мне на парня аллергия. Ой, да ладно тебе? Из-за одного козла? Наоборот, надо клин-клином. Уважаемые гости, поздравляем всех. Спуск завершен. Погреться, пока мы привезем сверху вашу одежду. Пошли. Ир, Нин, что нам там делать в толпе? У меня машина есть. Тут рядом есть классный отель с теплым бассейном. А? Класс! Я ни в какой отель не поеду. Я же номера вас зову. Искупаемся, через часик вернемся. Как раз они свои вещи заберут, и мы спокойно, без очереди. Да там классно, поехали. Едем. Вперед садись, там у печки теплее. Давай, давай. Девчонки, не холодно? Могу печку посильнее врубить. Мне вообще жарко. Это хорошо. Прям крыша едет от этого. Только что были в снегу, чуть вниз отъехали, уже зеленое все. У нас в Сочи оно всегда так. Антош, я поснимаю на твой телефон, а ты мне потом перекинешь. Конечно, держи, Ириш. А ты тоже блогер, да? Я нет, ты что? Я так снимал чисто для себя, на память. А ты блогер? Был бы ты блогер, точно меня бы знал. Отлично смотритесь вместе, ребят. Правда?
Подписка о невыезде? Угу. Семечкина в камеру ни за что, у меня под подписку. Когда я своими руками человека убил. Ну, этот Коблев вроде нормальный следак. А у тебя самооборона. Он сказал, это Валя еще должна подтвердить. Официально. Ее скоро тоже вызовут. Валя не приедет. Она в шоке, да? Медная. Ну, может, она и в шоке, только... В общем, сегодня с утра соседи видели, как она уезжает. С чемоданом. Заходите. Больно. Сломала что-нибудь? Вроде. Голова. Голову сломала? Гудит голова. Нет. Кажется, ничего не сломала. А ты? Это тоже башкой шибанулась. Ай, что там этот наш горе-водитель? Эй, Антон! Он в обмороке, Ир. Надо вылезать. У тебя тоже не открывается? Нет, перекосило все. Телефон отключен. Лёнь. У нее просто шок. Уехала, куда глаза глядят. Отключила телефон, вернется, включит, перезвонит. Да не перезвонит она, не захочет убить. Да... Лёнь, блин, ты не убийца. Ты Юлю спас, мою женщину спас. Я тебе по груб жизни обязан. Саш, это она меня спасла. Лёнь! Все это делал Волошин. Значит, Рост тоже Волошин порезал? Раскрою дело, узнаем. Еще доказать надо. А я зря на Семечкина настучал. Да, блин. У нас тут клуб виновных. Один убийца, другой стукач. Ты, Ашот, у нас кто? Людоед? Типа того. Ашот! Слава богу, я тебя застала. Рузан, ты что тут делаешь? У тебя завтра свадьба, ты в салонах должна быть. У меня не свадьба, у меня кошмар. Вот здесь, значит, моя машина стояла. А теперь ни машины, ни водителя, и телефон его не отвечает. Ну, давай смотреть. Стоп! Вот она моя. Ага. Подъезжает. А это значит, когда был-то? Примерно полчаса назад. Куда его понесло? А отмотайте, пожалуйста, еще немного. Ясно куда. Теперь ищи его где-нибудь под кустами. Орел. Коль, а? Объяви по громкой связи, у нас две девицы пропали. А что объявить-то? Ты нашел двух девиц с просьбой принести в инфоцентр? Ну, не тупи. Скажи, девушки, которые не забрали свои вещи после спуска, вас ожидают. Ага. Так вот они же не забрали, в купальниках-то уехали. Ой, ладно, чего ждать-то? Знаете, я, пожалуй, все-таки буду звонить. Правильно. Вызывайте сразу ментов. Да нет, я спасателей вызову. Ой, да он слинял просто, ваш Антон. С девками развлекается теперь. Да с девками-то он мог. Но Тоха обещал телефон не выключать. Он бы никогда не выключил, он всегда был бы на связи. Я чувствую, случилось, ну, что-то нехорошее, правда. Номер машины. 747. Заявка принята. Направляем к вам спасателей. Очнулся. Ир, он глаза открыл. Антон, слышишь меня? Да. Рука болит. Ой. Голова, да? У меня тоже.
И грудь болит. И спина. Господи, ты что же у него не болит-то? Да вот рука, видимо. Ноги целы? Что? Не может? Зажала ногу. Это... дерево. Дерево, дерево. Придавило нас. Надо спасателей. Надо, а как? Наши телефоны там с вещами остались. А твой телефон разбился. Черт. Айвазяны с Гриппом слегли. Все 9 человек? Может быть, не все, но они же там все в одном доме живут. Куда мне на свадьбу эту заразу? Рузанка, я спасатель. Нет, это эпидемиолог. Я до завтра Айвазянов не вылечу. Так никто не вылечит. А папа воет на Луну, что теперь со стороны невесты будет мало гостей. Ну, это же дядя Карен. Повоет и перестал. Он и неделю может быть. Слушай, приводи своих, а? Каких своих? Ну, всю команду, вон их. И остальных. Слушай, у нас сейчас в команде дела такие, вот не очень веселые. У вас вечно то одно, то другое. А у меня свадьба один раз. Не зарекайся. Ты дурак. Приходите. Там Тамарка моя будет. Да отстань от меня уже со своей Тамаркой. А ты-то тут при чем? У тебя вон сколько в отряде парней хороших. Ничего там хорошего. И вообще нечего на парней пялиться. Без 5 минут жена. Ребята, вызов. 3 пропали. В горах на машине. Сань, можно я? Бери Леньку за шиворот и Ашота. Работать. Есть. Все, я попробую. Поговорю, пап. Все, хорошо. Антош, ты потерпи. Мы что-нибудь сейчас придумаем. Да что? Что мы придумаем? Раньше надо было думать, на дорогу смотреть. Ты вообще-то сама его отвлекала. Да, конечно. Только и надежда, что этого мажора папочка хватится. Может, найдутся за того, как мы околеем. Ир, перестань. Я не мажор. Я водитель. Чего? Машина не моя, хозяина. Я только вожу ее. Он меня убьет теперь точно. Вот и правильно. Паршивый ты водитель, да еще и врун. Зато ты сама честность. Блогерша звезда, 300 подписчиков. Девочки, не ругайтесь, пожалуйста. Я правда виноват. Ой, машина, слышите? Кто-то едет. Эй! Эй! Эй, вы тут! Это же какой-то кто-нибудь! Эй! Кто-нибудь! Эй! Помогите! Интересна у вас версия. Я, конечно, постараюсь ее проработать. Но доказать, что покойный Волошин причастен к гибели майора Дронова и к другим диверсиям, это, конечно... Ну, может, Валентина знала об этом больше, чем мы? Валентину Бекетову мы ищем. Но официально в розыск я ее объявить не могу. Поймите, она только свидетель. Ну, хорошо, хотя бы Семечкина вы же можете отпустить. Он пока судом не арестован. Волошин просто задержал его на 48 часов. И Витя не сбежит. Вот когда истекут 48 часов, я проверю этот вариант, Юлия Владимировна. Проведу повторную экспертизу троса. Но даже если он был перерезан, мы все равно не сможем доказать, что его перерезали после его инвентаризации, которую проводил Семечкин. А если он был поврежден ранее, то виноват Семечкин. Короче говоря, это будет решать суд, я поняла. Само собой. А вот взгляните, на всякий случай. Это распечатка звонков Волошина за последние 2 дня. Знакомых фамилий не видите? Ну, нет. Я, если честно, никого не знаю. Ну, кроме Бекетовой. А вот этот Федынин, это кто такой? Ну, он просто звонил Волошину позавчера утром. И сразу после этого Волошин примчался к нам на базу и выяснял, кого у нас нет. Не знаю. Мы еще не всех пробили. А даже если бы всех... Мне бы не сказали? Не сказал бы, разумеется. Перестань! Тебе же больно! Зачем? Если выберусь, попробую отжать дверь. Отжать он попробует? Ты посмотри на себя! Чем уже отжимать? Сломанными ребрами? Ин, посмотри, что там держит. Сейчас. Okay.
мамочки. Там кровь. Офигеть. Аптечка есть? В багажнике. А, ну отлично. Сейчас мы выйдем из машины и откроем багажник. Так можно изнутри. Камера на въезде показала, что они выехали налево, не на трассу. А там по пути только один отель есть. Короче, я тебе номер, парни, скину, а ты дай мне последнюю точку локации, окей? Ага, спасибо. В отель я уже позвонил, к ним такая машина не приезжала. Он же мог их отвезти куда угодно, хоть к черту на рога. Вот, а шеф говорит, что не мог. Не уехал бы далеко, не предупредив. Интересно, он за водилу так волнуется или за тачку? Ты-то откуда цинизма набрался? Не от меня, надеюсь? Куда? Туда, где отель, туда и езжай. Вообще, к нему можно и там проехать. Тут все дороги ведут в отель. Лень, ты что думаешь? Не знаю. Доктор, возьми себя в руки. Меня вот тоже бросили. Ну что, новых себе найдем. Между прочим, моя сестра двоюродная. Завтра всех себе на свадьбу звала. Прям умоляла. А там будет из кого выбрать. Я, конечно, не лучшее время для праздника. Соня в больнице, Витя вообще. У доктора вон траур. Лень, пойдешь на свадьбу? Пойду. Получается? Смотря что, рука пролезла, но никакой аптечки я нащупать не могу. Если подлокотник не опускается, выломай его уже, а? Не жалко? А, ну да, не встаешь. Как раз теперь моя. Разбил, значит, купил. Все равно машину уже только на запчасти сдать. Так. А как его отпустить-то? Я же не бодибилдер. Я сейчас помогу. Сейчас. Давай вместе. Есть. Теперь пролезешь? Слушай, вроде оно. Класс. Молодец, Ир. Там еще было что-то мягкое. Это плед. Плед? Ты что ж ты раньше молчал? Я ради пледа всю машину разберу на запчасти. Минка, я добыла шкуру мамонта. Лезь ко мне. Его на двоих хватит. Ты грейся, я пока бинтую. Больно? Ничего не чувствую. Плохо. У тебя рана очень сильно кровит. Не хочу вас пугать, но у нас вызов по скорой на Туапсинскую 18. Да я... Давай, беги. Потом расскажешь. Угу. Маш, привет. Слушай, а помнишь, ты хотела интервью взять у Чутика с Кольцами? Ну, чё ты маешься? Съездил бы с ребятами на вызов. Я же у них теперь командир. Надо больше воли давать, а то так ничему не научится. Эки ты стал мудрый. Даже самому противно. Ладно, я в душ и до больницы доеду. К Соне? Угу. Ну, про Валентину пораспрашиваю. А то Ленька себе вообще места не находит. Если что, на связи. Инг, лезь ко мне под плед. Тут никто не рвется нас искать. Да я там не помещусь. Надо подать знак. Антон, можешь погудеть? Не, не работает. Ну что ты вертишься? Тебе не надо шевелиться. Сейчас, сейчас, подожди. А если дым? Дым точно заметят. Подожжем что-нибудь. Как мы подожжем? Мы выбраться не можем. В окно тряпку просунем и зажжем. Вот, обивка. Она и так испорчена. Антон, эту кожу можно оторвать? Можно. Заодно голову мне оторвите. Зажигалка там, в бардачке. Посмотри заодно, что еще можно поджечь. Чего разделся?
Держи. Возьми, возьми куртку, Нина. По-братски. Мне штаны, тебе куртка. Подожди. Давай вот эту дорогу посмотрим. А смысл? Он наверняка по указателю поехал. Ну, ехал с девчонками в отель, по пути решил не церемониться и прям в лесу. Хорошо, поехали. Обломаем парню кайф. Мы же черную машину ищем. Угу. Вон она. Красавчик. Поехали устраивать концерт по заявкам. Че, Антон, как покатался? Чего? Где вторая? Какая? Ну ты ж двух девчонок с собой увез. В смысле двух? Тёма, это как? Тёма? Слушай, так это другая машина. Дешевая. Вы нормальная вообще? Я на нее 3 года копил. А, извините, отличная машина, прекрасная девушка. Все в порядке. Продолжайте. До свидания. Я же обещал, что кайф обломаю. Я геолокацию прислал. Телефон Антона последний раз фиксировался вот здесь. А, ясно. Направо надо было поворачивать, а не налево. Хватит, наверное. Ага. Я руку просуну, а ты перчатку поджигай и мне потяни. Зажглась. Давай. Ты только подальше от машины бросай. Что-то слабенько дымит. Может, еще разгорится. Антон. Эй. Ты что, притих? Я тут. Хорошо. Сейчас точно разгорится. А потом разгоримся мы. Нин. Прости, я не хотел тебе приставать, правда. Я так обычно не поступаю. Верю. Я не в обиде, честно. Эй! Ты чего? Смотри! Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Викусь, мне вот интересно, почему спасатели к этому идиоту все время приезжают разные, а скорая одна? И главное, почему именно наша? А почему вы здесь сидите? Вы зайти, что ли, боитесь? Не без этого. Не открывает он. Это соседи снизу нас вызвали. Говорят, он сверху в пол стучит и стонет. Ну, может, он не один? Я тоже так думал. Потом прислушался, не похоже. К тому же, где бы Тихон себе такой же, как он, малахой не нашел? Ну, если один из стонет, дело плохо. Не будем церемониться. А разве можно без участкового? Можно, если человек на помощь зовет. И мы же не слышим. О, слышите? Помогите! Не слышите? Ну, будем считать, что я слышу. Еще как. Тушить надо. Супер идея. Будем через окно плевать. Не доплюнем. Может, если попробуем тут дырку расширить, выберемся через багажник? Да как вы откроете багажник? Кузов-то смят, крышка может не подняться. Надо попробовать. Тут к нам дым уже пошел. Задохнемся раньше, чем сгорим. Зато не замерзнем точно.
Не помнишь ничего, да? Ну, не страшно. Главное, меня узнала. Я помню, я упала с крыши. С крыши? С какой крыши, Сонь? Там у тебя на складе. Где моя дочь только не падала. А Димка меня ухватил. Не Димка, Витя. В горах. Пап, пап, а где Витя? Он тоже упал? Витя, твой Витя. Пап, он жив? Да жив твой Витя. Это из-за него ты в больнице. Нет. Да, да. Он подсунул тебе поврежденную страховку. Я слышала, он говорил, все будет хорошо. Я с тобой. Дочь. Папа, он был рядом, он не виноват. Но почему ты так ему веришь? Как тебе? Когда они тебя обвиняли, я тоже им не поверила. Потому что просто ты меня знаешь. Просто я тебя люблю. А его? Елками воняет. Вау, круто! Господи Иисусе! Ты Христа в суе не поминай. Тут Осириса призывать надо. Тихон, душа моя, тебе не надоело? Mm-mm. А зачем тогда соседям в пол стучал? И главное, чем стучал? Туалет! Ага. В твоей системе технических отверстий это не предусмотрено? А-а-а. Понятно, что за елки. Это смола. Он бинты смолой пропитал? А что, вон древние египтяне, между прочим, так и бальзамировали. Только они перед этим все внутренности удаляли и по судочкам раскладывали, чтобы мумия по нужде не просилась. Ну, допустим, бинты на теле можно срезать, а вот на голове-то потолще. Ножницы не возьмут. Распилить? Да зачем распилить? Можно постучать как следует, и все само расколется. А вот по голове бы я ему не стучал. Ладно, вы пока тело освобождайте. Я скоро вернусь. Скажите, вы не против, если я у вас интервью возьму? Класс. Думаю, я пролезу. А я не пролезу. Ир, ты как? До крышки можешь дотянуться? Дотянулась. Не открывается. Ир, там под замком есть такая крышечка пластиковая. Сними ее, под ней рычаг. Вот на него нажми. Бесполезно. Ты что делаешь? Открыть пытаюсь. Не мешай. Нет, получилось. Умничка, подожди. Куртку возьми. А ты как же? А я твой плед возьму. А то ты голая совсем. Ир, там в багажнике есть огнетушитель.
Как его включать? Пломбу сорви красную и выдерни чеку. Колечко и нажимай. Ну, нажимай что? Стряхни посильней. Он какой-то сломанный у тебя. Тогда убегай, слышишь? Убегай отсюда. Я сейчас. Я помощь приведу. Давайте. Аккуратненько. Что, готовы? Отлично. Итак, Тихон, скажите, пожалуйста, как же вам удалось запеленать себя самостоятельно? Сначала голова, потом бинты разложил и катался. То есть вы пропитали смолой бинты? Потом обмотали голову и просто перекатывались по разложенным на полу бинтам? Потрясающе. Но какова была конечная цель данного эксперимента? Вечное тело. То есть бессмертие? Вы хотели забальзамировать себя при жизни, чтобы стать бессмертным? Доказать, что я могу. Гениально. Тихон, у тебя фамилия не Раскольников? Он тоже все хотел доказать, что может. Ты ведь доказал. Все. Ноги свободны. Путь открыт. А куда он? А, ну да. А тазик зачем? Для внутренних органов? Для мозга. А, поняла. Класс. А что, кола смолу растворяет? И ржавчину, кстати, тоже. Правда, можно было и спирт. Да вот еще. Стал бы я на него спирт тратить. Полегчало? Давайте, ложитесь сюда. Зачем? Околеешь. Ничего. Мы сейчас тут оба согреемся. Думаешь, сгорим? Попробуй тоже через багажник вылезть. Ну, кто сказал, сгорим? Я говорю, согреемся. Убегай. Нин, пожалуйста, попробуй выбраться. Беги. Я все равно там не пролезу. Успокойся. Дым! Вон там дым, смотрите. А что, подбавь газу. Леня, смотри ее. Можно меня смотреть? Мы ей спасать и не горят. Да мы видим, видим. Пожалуйста, пожалуйста. Они же сгорят. Они сгорят, им помогут. Веревка! Алло, говорит врач отряда МЧС 3215. Нужна скорая и пожарная. Антон. Антон, Антошенька, слышишь меня? К нам уже пришли. Пожалуйста, не умирай. Ну, чего вы стоите, пялитесь? Огнетушители есть?
Уходите быстро! Вот. Ребят, веревку натяните! Ай, голова! Давай, давай! Спасибо! Все, Ира, давайте в машину! Ну вы поймите, мы просто все переживаем. Доктор у нас вообще без лица ходит. У вас один доктор, а у нас тут весь коллектив с ума сходит. У нас замглавврача исчезла, это не шутки. Да у нас тоже весь коллектив. Валентина нам полотряда вылечила. Слушайте, она правда никому не сказала ничего. Ну, я Валю понимаю, если честно, потому что у нас Юра столько лет прожила, и все у них хорошо было, и тут вдруг такое. Ну, да, любой человек по фазе поехать может. Ну, сколько лет, ну? Год максимум. Да вы что, какой год? Они 5 лет вместе. Если не 6, это не год, точно. Так он сколько раз приходил сюда к ней, и все нормально было. Казался адекватным, нормальным человеком, и тут вдруг раз. Подождите, вы уверены, 5 лет точно? Да. Лень, посмотри, что там с ними, машина за инструментами, ага, и одеялами. А что, давай со мной. Девушка, мы огонь потушили, сейчас будет полегче. Вы сами целы? Я да, а он отрубился. Ага. У него нога ранена и зажата. А еще говорил, что грудь болит и спина. Но дышит. Вы можете его как-то вытащить? Обязательно вытащу. Но вы его не трогайте пока. Если жаловался на спину, может быть поврежден позвоночник. Дышит и хорошо. Сейчас мы вас погреем. Ну как, полегче? Да, спасибо. Машину только не качайте, по возможности. Чего там, позвоночник? Скорее всего, да. Лицо прикройте! Итак, Тихон, ваш эксперимент завершен. Скажите, можно ли считать его удачным? Ну, в целом, да. Но, возможно, не все этапы еще достаточно проработаны. Ну, вы уже довольно далеко продвинулись в области трансформации вашего тела. Скажите, почему бы не пойти дальше? Куда? В область духовной трансформации. А это интересная мысль. Область духа открывает широкие возможности. Там просто непаханное поле. Девушка, это прекрасная идея. От лица нашей бригады скорой помощи мы выражаем вам искреннюю благодарность. А что, вы думаете, к нему теперь скорую не будут вызывать? Обязательно будут, Викусик. Только теперь уже психиатрическую. Можно выходить? Нет. Как же его брошу? Ты же не одного его здесь бросишь, а в теплой и приятной компании. Он-то с нами. А подруга там совсем одна. Ребят, вы его не трогайте пока, я носилки принесу. Давай туда. И я в этом тесном багажнике. Как будто меня похитили бандиты. Совсем одна. Эта ручка, она никогда не бывает. Я же сказал, сидеть в машине. Брат. Ну что, достаем? Ага. Я вам достану, сказал не трогать! Так мы только ногу. Ну-ка, брысь отсюда! Когда молчал, ага, добрее был. Я добрый, когда меня не злят. Ой, это не вовремя совсем. Что чувствуете? Нога.
Нога не зажата, могу встать. И еще чего? Не двигайтесь. Ладно. А Нина, как Нина? Нина наверху, греется. Я ей говорил, уходи, она не ушла. Ага. Не бросила меня. Это хорошо, когда тебя не бросают. Ну, наконец-то! Одна тут сижу на весь отряд. А нечего сидеть, ты теперь царевна. Должна тебе прибрать, щей наварить, пока богатыри на охоте. И на кого же мои богатыри охотились? На ежей. К ежову, что ли, ходили? За Витьку просить. Я думаю, вряд ли он чем-то поможет. Ну, знаешь ли, поможет, не поможет, а вдруг поможет. Давай-ка, царевна, сварганчику. Вон еще один богатырь идет. Всем привет. Привет. Я был в больнице. Знаете, что узнал? Про Соню. Соня пришла в себя. Я, правда, к ней не стал заходить. У нее Будилов был. Да ну его. Но главное, что очнулась. Да, очнулась. Давай. А, я сам. Про Валентину нарыл чего? Внимание. Валентина с Волошиным больше 5 лет вместе были. Вот это сенсация. Да. Это странно. Ты вообще уверен в этом? Ну, в больнице так сказали. Не знаю. Выходит, он не из-за Липкиной с Валей познакомился. Может быть, он эту Иру и не знал вообще. Да нет, они как-то связаны. Мне Коблев еще следак этот новый показывал список звонков. Кто звонил Волошину? Ага. Позавчера утром, перед тем, как он сюда заявился. Ну и кто звонил? Федынина. Это знаешь кто? Патологоанатом, который проводил вскрытие Липкиной. Так может быть, он не одно вскрытие делал и созванивался вообще по другому делу. Ну, то есть телу. Так, тихо. Федынин. Где-то я уже это слышал. Что слышали? Фамилию. Да, точно. Валентина, как раз позавчера. Она делала осмотр, а Марьяна вбежала, вся вопит такая. Говорит, вот, Федынин все бросил и слинял. Очень любопытно. А в каком часу это было? Ну, днем. Так и звонок был утром. Значит, Федынин позвонил Волошину и сбежал. Может быть, не из-за этого? Да нет, нет. Валентина еще так напряглась вся, когда услышала его фамилию. А может, мне просто показалось. Ноги чувствуете? Угу. Да. А еще что-нибудь чувствуете? Что живу. Ну чего, можем? Давай аккуратно. Ашот, поднимай! Давай, давай, давай! Я без Антона никуда не поеду. А ты поезжай. Тебя вон поклонники добросят. Ага. То есть ты этого Антона не бросишь, а я тебя брошу, да? Фигушки. Главное, сама ехать с ним не хотела. Аллергия у нее на парней. Ну, я думала, он мажор. А он шофер. Да. Варя! Варя! Зачем ты пришел? Я хотел зайти. У тебя свет погас, я подумал... А ты куда? Я уезжаю. Я понял, что ты не за грибами с чемоданом идешь. Куда уезжаешь? К кому? Никому. Сначала в Ростов, а потом подумаю. А как же я? Ашот, так нельзя! Варь, мы перед ним виноваты. Но мы не виноваты в том, что он погиб. Мы же не можем теперь страдать всю жизнь. Это неправильно. Ну вот и не страдай. Зачем я тебе?
Сама знаешь зачем. Ты просто не все знаешь. Ашот, я беременна. Все, иди, пожалуйста, я такси вызову. Подожди. Это мой ребенок? Я не знаю, чей ты ребенок. Я знаю. Он мой. Юля, как ты думаешь? Вот так нормально на свадьбу? Нет, это ненормально. Подружка и невеста порвут тебя на части и просто утащат. Ну, ты же им не позволишь, правильно я понимаю? М? А ты в чем пойдешь? А мне как-то не обязательно вроде. В смысле? Гиреев Зои пойдет, а я что, холостой? Так ты холостой и есть, Саш. Идем жениться. Обязательно, только сначала мне нужно будет кое-что выяснить. А я даже знаю что. М? Будешь этого патологоанатома искать? Нет, я просто доведу справки, поболтаю с Коблевым. Послушай, ну вот сбежал человек из морга. Ничего же страшного не произошло, он же живой сбежал. Волошин с Валентиной давно, значит, Липкину он не любил и мстить за нее не мог. Правильно? Ну, наверное. Валентина была врачом Липкиной, а Федынин проводил ее вскрытие. Недавно он чего-то испугался и позвонил Волошину, который тут же помчался на базу. А Федынин спрятался. О чем это говорит? О чем? О том, что с его заключением о смерти было что-то не так. И настоящий мститель об этом узнал. А Волошин искал настоящего. Почему? Может, потому что он следак? Ага. А еще потому, что Липкина убила Валентина. Я всего на 10 дней задержал. Это же не 2 месяца. Что это какая-то за истерика? А как людям жить без зарплаты? Надо же на что-то есть. Ну, правильно. Съемочная группа должна есть, а генеральный продюсер не должен есть. Он святым духом питается. Да я на это чертово кино уже все состояние слил. Скоро вот последнюю рубашку отдам. А вы мои деньги на ветер. На какой ветер? Нам даже на свет не хватает. Свет? Да у вас света тут до миллиона. Вот это что такое? Что это за дура? Кто это в смету вписал? Подождите, а как я без крана буду этот трюк снимать? А я не знаю. Ты режиссер, ты и думай. Я тебе что, за красивые глаза нанимал? Я за это платить не буду. Что ты стоишь? Езжай давай. Подождите, он уже приехал. Ему все равно придется за смену платить. Ну и плати. Плати, пожалуйста. Только свои деньги. Я за это платить не буду. Да вы что, ну нам нужен этот кран? Знаете, я не первый год в кино. Что-нибудь да знаю. Вы что, нам хотите смену да запороть? Поймите, без крана мы не снимем. И денег не дает, и снимать не дает. Тихо, да. Тихо, устроили тут балаган. Группу понабрали, понимаешь, по объявлению. Как работать, так никого. А как... Да нет меня, быдло. Давай. По местам все. Это что такое? Чуть. Вы что, психи, что ли? Опускай! Я тебя сейчас твоей дробайкой с этой скалы сброшу! Опустил вниз! Опустил вниз! Я тебя под суд поддам! Все пойдете под суд! Сначала зарплата, потом вниз, потом в суд. Правильно. Люди! Вы звери! Thank you.
Здравствуйте. А мне бы с Яковом Сергеевичем Федыниным поговорить. Вы, должно быть, его брат? Я-то брат. Но Якова здесь нет. Мы с ним 100 лет уж не виделись. Вот оно что. Ну, если вдруг увидитесь, передайте ему, что я от Волошина. Хорошо. Вы не просто за хулиганство. Вы пойдете за вымогательство. Мы чужого не вымогаем, только свое. Да. И вообще можете там не орать, у нас мотор скоро. И уберите кто-нибудь эту машину, она в кадре мешает. Все, я в полицию звоню. А, и в этот, и в Страсбургский суд еще до кучи. Мы видели, у тебя телефон в машине. Ну? У меня ремень. Что ремень? Рвется, кажется. Зарплату выплати. Жлоб. Сейчас. Я с шантажистами дел не имею. Слушай, харе, а то точно ремень порвется. Ну, это совсем другое кино будет. Ага, унесенный ветром. Ну, что там? А я что могу? Крановщик ушел. Минут через 20 вернется. Слушай, звони ему, пускай идет сюда. Растяните что-нибудь. Я спрыгну. В общем, убежали все вокруг. Нет его нигде. Погулять пошел, сволочь. Где он гуляет, а? Ладно. Потерпите там! Я вызываю МЧС. Я теперь заранее выхожу. Я пока доползу. Надо было дома сидеть, а не ходить по свадьбам. Почему? А когда я в следующий раз выйду в свет? Зоя, ты 2 раза выходила в Сочи в свет. И что? Один раз мне по уху настучали, а второй вот... По ногам. Вот. Ты что хочешь сказать, что я тебе несчастье приношу? Ой. Нет-нет. Мама шутит, не слушай. Мама приносит только счастье. О! А вот и такси. Ну, пойдемте. Яков Сергеевич, ну это некрасиво. Чего все думают, что я не догоню? Бегите, бегите, это полезно. Кто вы? Волошин про вас ничего не говорил. Ну только позвонили бы ему и спросили. Нет, телефон выключен. А, ну да, вот незадача. Волошина велела спрятаться. Я не прятался. Вы делали вскрытие Липкина? Что? От чего она умерла? Я не знаю. Валентина ее убила? Это врачебная ошибка? Волошина велела поделать заключение о смерти. Он заплатил вам? Почему вы сбежали? Почему сбежали? Мне позвонили. Кто? Я не знаю. Я ничего вам не скажу. Скажете. Я так понимаю, сегодня мы всю свадьбу проведем на ногах. Прям как в автобусе. Папа, успокойся, пожалуйста. Там уже все накрыто. Гошин отец нам готовит сюрприз. О, вот и наш орел долетел. Шот, Грек, мы тут. Я сейчас. Давай. Красавчик, а? Тебе парочку не нужно? Парочку не хочу. Папа, придержи коней. Завтра смена. Есть. Привет. Бабушка, привет. Ну, здравствуйте, извините, я опоздал. Поздравляю вас. Какие красавцы. Счастья, здоровья и всех-всех-всех благ. Тебе счастье тоже не помешает. Кстати, Рузана, а где Тамарочка? Мам, ты посмотри на эту женщину, опять она за свое. Оставь его в покое. Ты свою дочь выдала замуж, я своего сына сама женю. Все хорошо? А вот Тамара. Да, все хорошо. А мы что-то обещал с Леней, большой выбор прекрасных девиц, но что-то я одиноких не вижу. Мне никаких девиц не надо. Ты, если будешь всю свою жизнь сохнуть по Валентине, мне все красивые достанутся.
Спокойно, мужики. Я вижу, бабушка свободна. А бабушка вполне хороша. Не-не-не, Сань, бабушка, я тебе уступаю. Ты у нас командир, ты без Юли сюда пришел в такой понтовой рубашке. Что? Юля мне рубашку подарила? Ну, правда, смотрите, она шелковыми нитками вышла. Да что ты говоришь? Ты дорогущая. Потрогай. Да-да, шикарно. Юля где? Как обычно. Мне просто денег на новое платье не хватает. Весь семейный бюджет ушел на Сашкину сброю. Саид, хорош. Все-все. Внимание! Дорогие молодожены, а вот и обещанный сюрприз. Сегодня для вас будет петь сама Диана Мануилова. Наслаждайтесь! Прошу. Надеюсь, она пришла без фейерверков. Ну и чем тебе не суперприз? Игорян, там бесполезно. Легче невесту увезти. Я не ищу легких путей. Прощения, Лиана. Хотел предложить вам бокал шампанского. Я перед выступлением не пью. Мудро. Я просто подумал, что это крайне несправедливо, что мы все отдыхаем, а вам приходится работать. Я прекрасно понимаю, какой у вас тяжкий труд, поэтому еще раз простите за беспокойство. Что ж, придется выпить это все одному. Ладно, давай сюда. Прошу. Как надо не любить человека? Ох, и звери вы киношники. Да, они звери. Помогите, пожалуйста, я вас очень прошу. Крановщик куда-то ушел и пропал. Ясно, подстраховать надо от греха подальше. Есть какая-нибудь плотная материя, брезент какой-нибудь? Да, у нас палатки есть. Палатки подойдут, тащи. Давно вы молчит? Еще недавно орал на нас, а теперь почему-то перестал. Ясно, он в отключке, прыгать не сможет. Пойдем Люльку сами попытаемся опустить. Девочка, ну что там? Да понятно все, у него редуктор гидропривода сломан. Да он просто подонок! Сломал кран и слинял. Ясно. Спустить с комфортом не получится. Ну что поделать, надо лезть. Слышь, бать, давай я полезу. Куда ты, поперед батьки? Все, я уж побежал за тросом. Вот, палатка, куда они? Растягивайте под повешенным, подвешенным. Видела строчка какая? Да, да. Ты здесь пугаться не воротник еще. Ой, садись. Ты устал, я вижу. Да не буду я сидеть, когда все стоят. Убери. Зоенька, давай ты ребенке подумаешь. Да хватит. Мне нравится твой вид уже. Ну что столько внимания ко мне? Пожалуйста, пожалуйста. Так, отстаньте. Ребят, всем привет. Познакомьтесь. Здравствуйте. Это Тамара. О, понятно. Кто следующий в ЗАГС? Саша, ты туда же. Вы. Тамара. Зоя, очень приятно. А где Игорь? А Игорь уже занят. Да он по делам отлучился, личную жизнь налаживает. Я его отправил с инспекцией. Проверить пожарную безопасность. Зоя, так, приказываю сидеть. Да что ж ты пристал-то ко мне? Не сяду, я сказала же, а? Ой, простите, пожалуйста, ой, извините. Все из-за тебя. А я при чем? Да ничего, ерунда. Давайте... Хорошо, что не вино. Ой, давайте я вам как-то помогу, и что? Женька, давайте присядешь. Отдохни, отдохни. Все успокоились. Пойдем, я покажу, где уборная. Все отмоется, не волнуйся. Вот там разберешься. Я перед выступлением не пью. Чуть-чуть.
я перед этими алкашами каждый день, как обезьяна в зоопарке, выплясываю. Большую силу нужно иметь, чтобы это выдержать. Особенно, когда понимаешь, что рождена для большего. Там провис немного, нет? Это у него ремень оттянулся. Наблюдательные вы, ребятки. Растягивайте давайте. Товарищ майор, ему лучше не падать в таком состоянии. В любом состоянии лучше не падать. Ты там не отвлекайся, а то сам грохнешься. Боитесь, что другого зятя не найдете? Я себе другого зятя найду, получше. Не такого, как ты, балабола. Он там жив или что? Не уверен. В следующий раз головой будете думать. Так. Вы тут? Спокойно, спокойно, не дергайся. Сейчас поедем. Хорошо. Димыч, ремень рвется! Ничего, ничего! Держитесь за меня! Аккуратно! Живой! Спасибо. Спасибо. Пожалуйста. Зарплату будешь? Мы, конечно, полицию сейчас вызовем. Хулиганские действия будут наказаны. Но зарплату людям платить надо. Не надо полиции. Не. Я сегодня все заплачу. Заплачу сегодня же. Довольны? Все готово. Камера, мотор. Начали. Меня кто-нибудь любит? Я в этом уверен. Да меня все только купить хотят. Купить, поиграть и выбросить. Я не хочу тебя покупать. Тем более мне просто не на что. Вот. Вот потому что ты нормальный человек. А вокруг одни уроды. Тихо, тихо, тихо. Подожди, подожди. Нужно плакать. Нужно плакать. У меня же сердце сейчас разорвется. Приехали. Этот патолог Анатолий Федынин вам подтвердил, что причиной смерти Ирины Липкиной была врачебная ошибка? Да. Аллергическая реакция на противодымное вещество в сочетании с противосудорожным препаратом. Анафилактический шок, остановка сердца. И ответственность за это несет Бекетова Валентина, которая не проверила пациентку на аллергию и ввела сразу эти препараты. Так? Ну, видимо, не было времени выяснять. А потом она заставила Федынина подписать ложное заключение о смерти. А вот нет. Тут уже Валентина ни при чем. Это Волошин так его запугал. А Федынин готов подтвердить это официально? Ну, это вряд ли, потому что я-то его застала врасплох. А при вас он, скорее всего, начнет опираться. И вообще, он, наверное, уже сбежал куда подальше. Я не понимаю, зачем он сбежал? Он что, боялся Волошина? Не Волошина, а нашего мстителя.
Какое-то время назад некто позвонил Федынину и предложил ему продать заключение о смерти Липкиной. Федынин позвонил Волошину. Тот велел ему спрятаться. А потом перезвонил и сказал, что все выяснил и все будет хорошо. И что он выяснил? Ну, видимо, выяснил, кто звонил Федынину. То есть, получается, Волошин нашел мстителя? Получается так. Но никому об этом не сказал. И уже не скажет. Да, жаль. Да. Был близок так к цели и все испортил за своей ревности. Из-за своей ревности? Да я не злюсь, Валь. Ну, втюрилась, с кем не бывает. Я же не из ревности, только ради тебя. Он же не вернуть тебя пытался, а защитить. Юлия Владимировна, так что вы от меня хотите? Чтобы я мстителя нашел? Нет, мстителя вы сами хотите найти. Я вообще не для этого здесь. Я хотела вас попросить, чтобы вы отпустили Семечкина. Лёнь, да вернется она. Я уверен. Кость. Ну, хорош. Эй. Не слышишь, гарью пахнет. Сейчас разберемся. Слушай, Вася, может, там специальный ягненочек не сгорел? Какой ягненочек? Ну или теленок, какая разница? Не чувствуешь гарью пах? Да вроде нет. Извините, уважаемый, ты кто? Я метрдотель, мадам. Метрдотель Джан, звони куда-нибудь, узнай, почему дымом пахнет. Эти дети допляшутся. А, мадам, позвольте, я вас провожу. Позвольте. Что случилось? Ты тоже чувствуешь? Так это где у нас? Здравствуй, брат. Здорово. Юля! Да. Здрасте! Это вы со следователем договорились, чтобы меня под подписку отпустили? Нет, ведь это он сам решил, даже не виноват. Ну что, мы на базу, да? Нет, ведь на базу ты поезжай один. Там сейчас, правда, только этот старик. А ребята уже все на свадьбе. А вы почему не на свадьбе? А я... потому что мне нужно кое-что проверить. Кое-что проверить. Так мы не будем выходить? Я не понимаю. Оставить панику! Так настоятельно прошу не издавать громких звуков и не делать резких движений. Сережа! Что? Мама, что, нажал? Стой, потерпи, сейчас уедем. Начинается. Саидыч, ну-ка, на секунду. И только не паникуй, пора выезжать в больницу, побыстрее. Игорь, что у вас? Дыма нет? Чего ждем? Надо же бежать! Так, спокойно, без паники. МЧС здесь. А что, проверь пожарную лестницу. Да, говори. Да, реально дыма полно. Не выпускайте никого, я сбегаю к лифту, посмотрю. Подожди. Куда сбегаешь? Там что, пожар? Ты только не бросай меня. Ты спасатель, а спасатели никого не бросают. Я прошу тебя, успокойся. Я очень быстро вернусь. Хорошо? Я тебя не брошу. Точно не бросишь? Нет, Саня, я до вас не дойду. Тут слишком сильно полыхает. Попробую до лестницы огонь сбить. Там есть огнетушители и рукав. Вы пожарных вызвали? Я позвоню охране. Пускай включит сирену. Вдруг на этажах еще люди. Успокой людей. Я проверю. Наверху нет никого. Так, внимание! Уважаемые гости, а также хозяева, молодожены и работники заведения. Сейчас мы... выстраиваемся в очередь подвое, как в первом классе, и четко, не строевым шагом, покидаем ресторан через запасный выход. Наверху все чисто. Спускаемся по лестнице аккуратно, не бежим, через ступеньки не прыгаем, ноги не ломаем. Дорогие мои, все строимся за мной. За мной все, спокойно. Yeah.
Тебя кто из камеры выпустил, а? Следователь. Ну, вы не волнуйтесь, это ненадолго. До ужина? До суда. Но я хочу с Соней повидаться, пока меня не посадили. Хочешь убедить ее, что ты не виноват? Ну, и так знаешь, что я не виноват. О, понятно. Значит, будешь втирать, что любишь ее. Да, Соня, так знаешь, что я ее люблю. Послушайте, я просто хочу ее увидеть, вот и все. А веник зачем это притащил? Это ее любимые цветы. Ладно, Соня послала меня за шоколадкой. Раз пришел, купишь сам. А я отъеду ненадолго. Так я уже. Я сейчас приду. Да, Сань, оба огнетушителя пустые и рукав порезан. Короче, мы с Лианой в кабинете пересидим до пожарных. Я дверь законопачу, как-нибудь продержимся. Игорь, я сейчас вернусь. Надо, прорвусь как-нибудь. Саш, Саш, давай лучше я вернусь, может им врач понадобится, а у вас тут Прохоров есть. Вместе пойдем. Что, будем вчетвером пожарных ждать? Очень много людей, ты тут нужнее. Черт. Твою мать. Саня, ее срочно аккуратно нести надо. Значит так, дуй туда, дверь на этаже не закрывай, чтобы я мог вернуться. Принят. Давай, давай, подай хоть. Спокойно, дышим. Давайте я помогу. Все, поможем. Быстрее! Я не дам им тебя посадить. Я в коляске приеду на суд. Не дадут коляску, так приползу. Соня, ты вообще об этом не думай. Ты лучше думай, как скорее поправиться. От шоколадки я точно поправлюсь на 10 кило. Все равно ты будешь самая-пресамая красивая. Самая красивая инвалидка? Соня, ну ты не выдумывай. Ты скоро обязательно встанешь на ноги. А если нет? Если я никогда не смогу ходить. Ну, тогда я буду носить тебя на руках. И кормить шоколадом. Всю жизнь. Шоколадом. Если захочешь. Что делаешь? Что делать? Ты сам ушел, а здесь ты! Что делать? Дверь конопатить. Если мы с тобой откроем окно, мы создадим тягу. И через минуту огонь будет у нас. Держи. Огонь? Там огонь? Я тебя прошу, не начинай снова кричать. Да я вообще не кричала. А кто людей на помощь звал? Кто-нибудь, помогите. Я никого не звала, я тебя ждала. Кто-нибудь, пожалуйста, откройте мне дверь. Помогите. Помогите. Терпи, деточка, терпи, все будет хорошо. Сонька, не терпи, кричи, если хочешь, кричи. С ней что-то не так, что с ней? Сонька, я не знаю, врачи разберутся. Врачи, а ты не врач, что ли? Не ори. Что? А ты ори, Сонька, ори. Стойте, а где девушка, это где, которую я шампанским облила? Где она? Ашот, ты с девушкой нас знакомил? Ты ее видишь? Звони Игорю, у меня руки заняты. Тамара здесь? Тамара? Проходим. Рузан, Тамара здесь? Нет, я не вижу. Тамара там осталась? Я не видел, когда мы находили. Тамара! Тамара! Тамара!
Рузана! Стой же! Стой! Гоша, держи ее! В сторону, дорогу! У нас раненые! Пропустите! Звонит. Дядь Карен, возьми Левика. Все, проходим, проходим. Быстрей, быстрей, быстрей. Алло, Игорь, слышишь меня? В туалете? Да, кричал кто-то, я думал, это Лиана. Сейчас посмотрю. Что посмотришь? Что посмотришь? Сядь у окна. Значит, тоже из МЧС. Отдел внутренних расследований. Проводим проверку той аварии на дороге. А, у вас же там погиб сотрудник тоже. Да, к прискорбию. Поехали. Как вы можете оценить действия отряда? Как супер, они герои, спасли столько народу. Нареканий нет никаких? Ну, у вас там ничего не пропало, допустим. Нет, ну что вы... А, ну да, да, канистра пропала из багажника, ну, кто-то увел. Но так это ж не спасатели, им зачем? Ну, они вообще классные ребята, я теперь много про них знаю, у меня там друг работает. А, я про вашего друга, кажется, в курсе. Леонид Кистрин, да? Да. Если не ошибаюсь, это у него же девушка погибла на пожаре в клубе. Да, Ира. Он тогда в Ливии был, в Красном Кресте. Может, поэтому и решил стать спасателем. Печально. Спасибо. Пожалуйста. Всего доброго. Она умерла? Да жива она, жива. Дыхание слабое. У меня тоже дыхание слабое. Ладно. Огонь, Игорь! Мы сгорим! Успокойся. Игорь! Лёня! Ты что там делаешь? Я пришел за тобой! Дорогу, дорогу! Спокойно. Мужики! Сложный случай. Ой. Включайте все, что можно, и вперед. На всех парах в больнице. Давай туда. Если я муж, мне можно. Я сам! Юль, ты уже освободилась. Слушай, ты не приезжай, у нас тут праздник закончился. Саша, это Кистрин. Ирина Липкина была девушкой Кистрина. Чего? Это он всех убивает. Он с тобой сейчас? Нет. Я понял. Что с тобой, трос на свадьбу взял? Нашел веревку на кухне. Красавчик. Давай. Держи. Выбирай, кто первый. Я вытащу. А ты? Готовься. Ничего не бойся. Лёнь, тяни! Не бойся. Вверх.
Вот так. Теперь ножки. Да. Все, сюда. И оп. Аккуратно. И оп. Аккуратно. Вот сюда. Сейчас. Подожди. Подожди. Опа. Поспите немножко. Вот так. Вот так, миленькая. Так. Держи! Кто следующий? Кто-кто? Девушка! Ее в больницу срочно надо! А ты подумай хорошенько. Я вытащу только одного из вас. В смысле? Почему? А я хочу, чтобы ты выбрал. Она все равно уже умрет в больнице. А тебе еще жить да жить, да, Игорь? Да почему я выбирать-то должен? А тебе не впервой, Касацкий. Однажды ты уже выбрал вынести из огня Соню, а не другую девушку. Просто потому, что у Сони там богатый папа, который бегал и орал вокруг. Выбирай, Касацкий! Это твоя девушка была тогда на пожаре. Значит, это все ты был, да? Дронов, Нефедов, Соня! Игорь! Не тяни время! Решай! Давайте, давайте, быстрее! Сережа! Я здесь, я здесь! Вот здесь вы и оставайтесь! Вам дальше нельзя! Все будет хорошо, Зоя. Ну ты будешь тащить или нет? Никто не выбирал тогда. Мы даже ничего не знали про твою Ирину. Как только она позвонила, все сразу бросились ее искать и нашли. Но поздно. Нет, не поздно. Она жива была. Почему же она тогда умерла? Я не знаю. Я сделал все, что мог. А теперь делай, что хочешь. Мы когда первый раз увиделись, я девочку арабскую спас. И вот сейчас. Игорь где? Там. Извини, у меня тут случай сложный. У девчонки сильное отравление. Держись, я сейчас. О, Саня, это ты. Здравия желаю, товарищ командир. А, шелковые швы. Хорошо.
Веревка короткая, обвязаться не получится. Так что держись крепче, понял? Яд? Да ты что, Саш? Это миорелаксант. Хороший. Я не хочу тебя убивать. Я из-за тебя даже тогда на базе газ выключил. Спасибо. Но его я не дам спасти. С военными. Работали. Кое-чего нахватался. И не жалко себе нас было? Жалко. Очень. Я вас всех полюбил, Сашка. Но Иру я любил больше. А кого ты любил больше? Иру или Валю? Валя пыталась ее спасти! Сашка, ответь. Иру твою Валя убила. Тоже не хотела. У нее аллергия была. А Волоша прикрыл. Игорь. Тут ни при чем. Ленька, тут никто не виноват. Лови! Понтовая рубашка! Все живы, Юль. Все живы.
Когда вы запланировали убийство Дронова? Да я его вообще не планировал. Я же там случайно оказался. На той дороге. Когда они приехали, я их впервые вживую увидел. Всех троих. Дронова, Нефедова, Касацкого. Они вживую где видели? Один человек в Ливии еще хакнул для меня архив МЧС. Я подробно изучил их дела и нашел запись. Голос Аиры. Каждый день переслушивал. Тогда понятно. Канистру из машины друга вы взяли? Да. У Ильи из багажника. Он ничего не знал, не видел. Канистру поставил к легковушке, когда они начали людей выносить. И рацию Касацкого. Да. Вытащил у него из кармана, прям там. Я по-арабски говорю! Игорян Трос! То есть вы его рацию оставили там, а говорили в другую? Ну, то есть не говорили, а включили запись Ирины. Другую, конечно. Потом вернул обратно. Доктор Нефедов. Совсем просто. Повредить провод и плеснуть воды было секундным делом. Потом вы открыли газ, чтобы убить Касацкого, но сразу перекрыли, потому что нулся грек. Это ясно. А вот трос, на котором висела Софья Кружко, вы его сразу перерезали прямо там, на месте? На месте. А зачем вы звонили Федынину, патологоанатому? Слышал разговор Кружко с Авериной. Соня сказала, что Волошин интересовался препаратами, которые ей кололи после пожара. Подумал, вдруг там что-то было. Заключение хотел посмотреть. Вот так Волошин вас и вычислил. К несчастью для него. Ко мне пришла? Признание писать. Думаешь, станет легче? Мне не стало. А вдруг станет? Но даже если не станет, зато я тебя увидел последний раз. Если бы ты уехала со мной, я бы остановился. Лёнь, я хотел. Но ты же понимаешь, мы бы не смогли так жить. Отсидит, сможете. Идем давай. Ну, я так понимаю, что вам нужен новый врач. Да я пока справляюсь, товарищ генерал. Ага. Один на два отряда? Ну, почему на два, товарищ генерал? Мы уж давно один единый отряд. Ну, это хорошо. Товарищ генерал, разрешите? Обращайся. Я бы хотел перевод попросить. Вот. О, вовремя, а? Ну и куда ты? В Краснодар, поближе к универу. Ага. Ладно, детки. Ну, смотрите у меня. Будем считать, что это испытательный срок. Ну и кто у нас теперь командует? Вы, товарищ генерал. Вот. Тьфу на тебя, Оловян. Я спрашиваю, кто командир отряда? Так вот, Касацкий хотел. Не-не-не, я чего-то расхотел. К тому же меня в столицу позвали.
О, в столицу зовет певица. Не завидуй. Товарищ генерал, а давайте мы сами подумаем, так сказать, коллегиально примем решение. Вот наглый майор, а. Кстати, а где еще твои два майора, а? Ну, так они пополнение принимают. А, точно, точно. Приняли уже. О, добро пожаловать! У нас с тобой стажер, что ли? Да какой стажер? Глотку дерет, как будто подполковник. А можно я у него интервью возьму? Давай, Машка, бери. Держать хочешь? Аккуратно. Как зовут? Евгений. Евгений Сергеевич. У тебя планы на будущее, рассказывай. Да какие планы? Далеко идущие. Наполеоновские. Xin chào tất cả các bạn, là Tứ đây. Các bạn ơi, Tứ và các bạn sẽ cùng nhau tô một bức tranh về chiếc ấm pha trà này nhé.